28 мая 2014 год в Харьков, на предыдущем 8.21 по Киеву. На предыдущем видео я показывал, что в Харькове начали вывешивать флаги украинские из окон балкона, окон квартир, балконов. И заинтересовал меня вопрос, а где вообще люди эти флаги берут? Это ж как бы как выкручиваются. И вот вижу вариант решения вопроса. Люди находят. Как обойтись без флага и продемонстрировать патриотизм? Я не уверен, конечно, что это не болельщик харьковского «Металлиста». Хотя сейчас патриот Украины и болельщик харьковского «Металлиста» или любой другой украинской команды. Это тождественное заявление. Да, но еще больше меня умилил вот такой прояв патриотизма. Просто листик формата А4. А, нет, это даже, ой, как красиво. Молодцы. А я думал, это лист просто раскрасили напополам. Красота.